главной нашей панели, которая позволяет управлять всеми товарами, находящимися в этой категории, мы видим кнопку «Добавить сердце». Она добавляет, можно, с помощью него можно добавить новый товар в категорию, ну и вообще не только в эту категорию. Здесь можно добавить новый товар, свой кастомный, которого не было в конструкторе. Мы вводим название нашего кастомного товара, и вот видим три точки, это выбор категории, да, мы можем менять, можем не менять, но пока выделены овощи, да, мы берем фрукты, допустим, выбираем, и, пожалуй, можно добавить в определенный шаблон, третий шаблон, и можно все это дело удалить из этой категории, после чего выезжает сообщение, можем загрузить товары из шаблона, третий шаблон, и загружаем, соответственно, товары. Итак, давайте выйдем из этой панельки,